Добрый день, уважаемые трейдеры. Сейчас я продемонстрирую вам работу торговой стратегии Big Dog или Большая собака. Это одна из самых известных классических пробойных стратегий. Ее описание можно найти практически на каждом сайте, посвященном этой тематике. Тем не менее, для начала немножко теории. Стратегия заточена на пробитие американской сессии. В 9 часов по нью-йоркскому времени строим вертикальную линию, в 7 часов строим вторую вертикальную линию. Горизонтальные определяются значениями минимума и максимума за этот период. Получаем канал. На верхней границе этого канала выставляем отложенный ордер buy stop, на нижней sell stop. Take Profit выставляем в диапазоне от 30 до 50 пунктов, Stop Loss на противоположном конце канала. То есть для Buy Stop это цена открытия Sell Stop и наоборот. Это стратегия, тралим прибыль на расстоянии 15 пунктов. Эта стратегия сегодня работает прежде всего. Во-вторых, работает с точностью до значений параметров. Что изменилось? Временной интервал тот же самый. 9,7 часов по Нью-Йорку. Это шестнадцать часов по Greenwich Mean Time. Соответственно, это 17,15 часов по Москве. И 18.16 по украинскому времени. То есть временной интервал сохранили. Стоп-лосс точно так же выставляем на противоположной границе канала. Что, собственно, поменялось? Ну, значение тейк-профита это раз. От 150 до 300 пунктов. Плюс я добавил параметр, характеризующий отклонение от минимума и максимума цен в канале, для того, чтобы отбросить часть ложных пробоев, обусловленной спецификой работы некоторых или большинства дилинговых центров. Ну, то есть это там от, грубо говоря, от 0 до 15-20 пунктов от максимума и от минимума. Конкретное значение зависит от вашего дилингового центра. В принципе, все. Все остальное сохранилось. Стратегия работает. Позволяет получать положительные результаты. Для того, чтобы увидеть, как она работает, убедиться в этом, давайте посмотрим на реальном примере. Значит, на что обращу внимание, стратегия заточена на период 15 минут, да, но индикаторы, эксперт, которые вы сможете скачать на сайте www.forexperts.ru, они, в принципе, от таймфрейма не зависят. Там же, на этом же сайте, можете прочесть более детальное описание этой торговой системы и ряда других не менее интересных торговых систем. Там же, опять же повторюсь, совершенно бесплатно можно скачать индикатор по этой торговой системе. Вот 16-17 часов, да, мы построили канал, пробили максимум, стоп-лосс на противоположной стороне канала, бирюзовая коробка соответствует каналу, да, темно-зеленая это уже значение первого тейк-профита, светло-зеленое значение второго тейк-профита, это видно у нас на предыдущем дне. До тех пор, пока ордер не закрыт, следующие ордера не открываются. Если ордера не открылись до
18 часов по Greenwich Mean Time, то закрываем их принудительно. Удаляем, вернее, это отложенные ордера. Вот пробили уровень, подтянули стоп-лосс без убыток. В принципе, сейчас работаем уже с гарантированной безубыточностью. Пофиксили прибыль по первому тейк-профиту. На уровне видим вот этой вот темно-зеленой границы. И подтянули в плюс вторую часть открытого ордера. Ну, ордера делятся в соответствии с правилами управления капиталом, расписанными более детально на сайте www.forexperts.ru. Там можете все это прочитать. Вот закрыли вторую часть этого ордера. Едем дальше. Ждем 5 часов для того, чтобы построить канал и выставить отложенные ордера. Поскольку предыдущие 5 часов мы пропустили, мы работали с открытыми ордерами. Итак, канал. 2 ордера. Сработал наш sell stop. Граница стоп-лосс на верхней границе канала. Ждем, наблюдаем. Зафиксировали первый профит, второй подтянули в безубыток. Ну вот второй профит у нас закрыт с нулевой прибылью. Следующий канал. Вошли, сработал отложенный buy stop. Sell stop перенесен без убыток. Зафиксировали прибыль по первому ордеру, перенесли стоп-лосс по второму ордеру в плюс, тоже зафиксировали определенную прибыль. И закрылись по стоп-лоссу. Ну, я думаю, что этого примера достаточно для того, чтобы понять суть работы стратегии. Еще раз подчеркну, что индикатор по этой торговой системе абсолютно бесплатно можно скачать на сайте www.forexperts.ru. Там же размещен советник по этой торговой системе. Там же можно прочитать и ознакомиться с рядом других очень интересных торговых систем. Более того, большинство и подавляющее большинство пробойных торговых систем, они основаны именно на этой торговой системе, поэтому для некоторых я не буду отдельно записывать ролики.
будут отличаться только временные параметры, да, возможно, добавлена какая-то фильтрация. Все, за сим все. Спасибо за внимание, больших профитов, всего доброго. С вами был Анатолич.